Магазин. Место, в котором можно приобретать очень крутые ресурсы. Некоторые из них можно покупать бесконечное количество раз, а некоторые всего один раз за игру. Но в этом видео я смогу покупать каждый предмет всего один раз за игру. Не распространяется на блоки шерсти и на прокачку инструментов. Хотите верьте, хотите нет, но кручу первый раз. Что выпадет, там и буду играть. И крутится рулеточка, и мне выпадает рейтинговый. Худшее, что могло выпасть. Ну ладно. И пока грузится рейтинговый, объясню один нюанс. Я ранее сказал, что инструменты могу прокачивать бесконечное количество раз, однако сражаться я ими не буду. Ну и теперь, когда вам все понятно, все правила объяснены, то давайте начнем игру. Ну, игра еще, конечно, загружается, игроки заходят, а давайте пока прокрутим рулетку. Не запрещено, может там что-то выпадет, по сути я это не покупал. И... доски дуб. Ладно, этим я смогу застроить кровать. Ну, ждем начала. Итак, катка началась отлично. Сразу же застраиваю кровать вот этими досочками, чтобы потом их не потерять, потому что... А, нет, смогу я еще один раз их купить, смогу. Знаете, в чем вопрос? Точнее, что я подумал? Я же, по сути, играю в хардкоре. То есть, один раз купил, один раз этим умер, все, больше не могу покупать. Надо очень рационально покупать предметы. Или вообще их не покупать. Ладненько, думаю, блоки это самое выгодное, что мне стоит купить, потому что куплю что-то другое и смогу его потерять, больше не смогу купить. Ладно, все-таки надо всеми досками застроить, чтобы прям было сложно сломать как-нибудь вот так и... 3 золота. Раньше за них я обычно закупал подушку. Сейчас я не хочу этого делать, потому что потом она мне может пригодиться нужнее, лучше и сильнее, чем сейчас. Так, тут строится красный. Давайте попробуем его слить. У меня все-таки фул вампирки. Он хоть и в золоте, но... Ну да, но я еще нубик. Я вряд ли его солью. И тут его еще и тиммейт пришел. Ой, можно это вырезать? Ладно, с кем я разговариваю, если я сам монтирую видео. Ладненько, хорошо, что я не покупал. Это был пример, что если бы я покупал что-нибудь, к примеру, даже ту подушку, я бы ее потерял, больше бы не смог купить. Так, а теперь по-нормальному. Покупаю блоки и... Ладно, опять же, ничего не буду покупать. Это распространяется даже на броню. Куплю я один раз золотую броню, все, я больше ее не смогу купить, если я ее потеряю. Ну, типа, даже если не потеряю, буду ходить с ней, а если потеряю, то все. Так, здесь красный лол хпшный, здрасте, добью вас. Спасибо. Спасибо за потерянные ресурсы, которые упали. И зеленый, здравствуйте, я вас тоже добью, пожалуйста, да? Спасибо. Спасибо, одно хп, давай, огонек, огонек. Так, я подбираю ресурсы, смотрите, подбирать ресурсы я могу сколько угодно раз. Однако, если я их куплю, то все, один раз всего. Это мега сложно, я думал, это будет проще. Хотя нет, я не думал, но это сложнее, чем может показаться. Так, одного синего я слил, надеюсь, у тебя нет подушки. Нет, есть, ладно. Тогда, а ну ты все равно упадешь, хорошо. И еще 3 изумруда. Я бы мог купить тебе броню, но если меня сольют, то я ее уже больше не куплю. Надо побольше изумрудов, чтобы хотя бы купить 2 элемента брони. Да. Все, покупаю вот так и вот так. Все, 2 элемента брони есть, и надеюсь, меня сейчас не побьют. Так, синие застроены. Все застроены даже неплохо, очень неплохо застроены, а красных уже сломали. Значит, красные были не так уж хорошо застроены. Желтый строится, давайте его немножко так в спину. Мне писали... Не надо сливать людей как крыса. Но, ребят, желтый мой тиммейт. Фу. Но все равно, даже скажу, если даже он мой тиммейт. Это PvP игра, и вы надеетесь, что каждый такой, эй, чел, повернись, я тебя сейчас буду бить. И он такой, спасибо, чел, я повернулся, давай драться. Нет, это PvP игра, кого заметили, кого слили, тот ваш. То есть, когда мне пишут, не надо быть как крыса и сливать от спины, а что, мне надо такой чел, ударить его ручкой, он повернется, а потом его только побить после того, как он начнет меня тоже бить, да? Вы даже подумайте, что чел может быть с автокликером, и он вас перебьет, когда вы его, ну так сказать, отвлечете, он такой стоит спиной, вы его ударили, такие, типа я сзади, он поворачивается и с автокликера вас выносит на раз-два. То есть, подумайте об этом, окей, ага. Так, и я хотел купить себе еще алмазный меч, он тут бежит... Вот такой залутанный хороший челик. И мой тиммейт, хотя он вроде бы решается пойти на зеленых, это хорошо. Так, чел, давай ты уйдешь, я тут заберу изумрудик. Надеюсь, баг исправили, что если стоишь, да, в спавнере, то тебе дается изумруды. Все равно. И подушку покупаю, все, подушку больше я не могу покупать. И алмазные поножи и ботиночки тоже не могу покупать. И меч алмазный не могу покупать.
То есть это мега хардкорно, мега сложно, и кого бы сломать? Синих или зеленых? На самом деле я бы купил еще какую-то зельку, чтобы как-то проще это все сделать. И я, пожалуй, пошел бы на синих. Покупаю прыжок. Твикс, это твой подписчик. Значит, ты должен знать, что я не тимлюсь, хорошо? Это прекрасно. Если ты мой подписчик, ты должен знать, что я не тимлюсь. Потому что меня встречают такие: Твикс, go team. Ребят, мы играем в PvP игру, тут нет тима, типа. Понятно вам? Играйте как можете. Не можете — не играйте. Так. На меня идут, мне это не нравится. Я бы хотел сломать синих, потому что они не сломаны. О нет, я не так, я протупил, и давайте отхилимся с помощью вампирок. Нет. Как отсюда выбраться быстрее, пожалуйста? Оп-оп-оп-та. Я очень затупил, прям очень. Ну ладно, так даже интереснее, я потерял крутые ресурсы, которые я больше не смогу покупать тут. Инвизный нубик. Хотя он вроде по лиге не нубик, но просто он инвизный. Смотрите, какой сейчас расклад. Я не могу покупать подушку, не могу покупать алмазный меч, не могу покупать алмазные леггинсы и сапоги. Остается закупить... думаю, стоит взять инструменты, которыми я все-таки сломаю тех. Хотел купить подушку, но нет, я не могу ее покупать. Зачетный челлендж, нравится. Так, ладненько, пойдемте на синих. Вот у меня есть блоки, у меня по сути есть инструменты. Все остальное, если я закуплю, я могу слиться. Вы видели, как я тупо слился? Ну типа... Ну там было на самом деле сложновато сражаться с ними, потому что когда ты стоишь в блоках, тебе сложно. Почему я думаю, что желтый — это враг? Пытаюсь его побить, это мой тиммейт. Я подпищи зеленые. Ага, зеленые сломали синих. О, спасибо, ребятки. Спасибо. Значит, я заберу эти ресурсы. А, и нас сломали. А вот за это не спасибо. Получается, куплю параплан, потому что меня уже сломали, и нет смысла уже копить ресурсы, чтобы купить когда-нибудь в следующий раз. И получается, покупаю золотые сапоги, я их еще не покупал, покупаю железный нагрудник, покупаю блоков, которые я могу покупать сколько захочу, и все, вот так закупился, и идем, наверное... А, зеленых тоже сломали. Это есть шанс победить, но с моими умениями PvP... Кстати, я не знаю, я играю намного лучше, когда не на видео. Когда просто играю, то у меня лучше получается. Как только я снимаю какое-то видео, то нет, я очень начинаю тупить, делать вот как сейчас. Я мог его спокойно перебить, короче. Но все, он убежал. Мне кажется, с помощью марионетки. Да, именно так. Зачем мне изумруды, если я смогу за них купить только... А, алмазный нагрудник. Значит, изумруды нужны. Плюс смогу купить зельку скорости и зельку инвиза. Ну, давайте я куплю алмазный нагрудник. Он будет меня получше защищать. И кто это? Нет, у меня есть параплан. Все, сваливаем. Он вроде как ушел и очень быстро сюда пришел. У меня 6 хпшек. Да ну нет, ну нет, ну чел, нет. Ну все, мне кажется, я умер. И да. Ну... Это было тупо, кстати. Спасибо за золотой сундук. Я, конечно, бы мог сыграть другую катку, эту вы бы даже не увидели, но я сторонник живых, первых эмоций. И вот я сыграл в эту катку, да, я протупил, но я повеселился, классный челлендж. Подписывайся, пока.